Злой и жадный сказочный персонаж с посохом притворился главным зимним волшебником, чтобы испортить детям праздник. Но здесь, как и в любой сказке, побеждает добро и дружба. Лешему делают укол от зла, и вот он уже радостно водит хоровод с малышами. Мы пригласили детей, погибших участников СВО, наших героев, в общем, для того, чтобы показать им, что праздник существует, подарить им кусочек новогодней сказки и сделать этот день как-то намного праздничнее, теплее, душевнее. Целый год дети хорошо себя вели, а ко встрече с главным зимним волшебником хорошенько подготовились. Ему пели песни, танцевали и, конечно же, читали стихи. Дед Мороз пришел на праздник, ладно мы его встречать. Будем весело кружиться, вокруг елки танцевать. Игры, хоровод и целое представление в исполнении сказочных героев – не единственный подарок для ребят. Сюрпризов было много, а главное, каждый малыш получил то, о чем мечтал. Когда речь идет о письмах Деду Морозу, в дело вступает акция «Елка желаний». Она прошла и в филиале фонда «Защитники Отечества». На каждую мечту ребенка нашелся свой добрый волшебник. Подарками малыши остались довольны. Компьютер детский. Учите буквы. Прийти на праздник лично и получить подарок из рук Деда Мороза смогли порядка 20 ребят. Всего же участие в акции приняли почти 100 детей. Их мечта обязательно исполнится, но уже с доставкой на дом. Ирина Суконкина, Владимир Ильин. Народные новости.